кайфу в новом доме. Мишанька, Масянь. Вот такой домик. Трехэтажный. Построил наш папа детям. Радио у них только играет. Не весело, не скучно. Телевизор смотрит. Масянь, Масяня. Красота. На первом этаже у них там спальня с туалетом. А здесь они просто отдыхают под лампочкой. Привет! Масянь, Масянь, вы довольны? Я думаю, да. Прелесть. А тут у нас малышка живет. Пока так.